Привет, друзья! Вы на моем канале, и мы находимся в необычайно красивом месте. Мы едем на Ки-Вест. Вот эта дорога, она идет на Ки-Вест. И сегодня я увижу самый южный берег Флориды, самый юг материка Северная Америка. Присоединяйтесь, поехали с нами! В общем, друзья, за моей спиной особняк, дом Эрнеста Хемингуэя. Только что я видела котенка, который живет здесь. Кот большой, взрослый. Знаете, что у этих котов 6 пальцев на лапах. Я не успела рассмотреть. Вот и так хочется попасть в середину, но из-за карантина музей закрыт. Думаю, все читали «Старик и море». Я в восторге, что я здесь. Но, к сожалению, не могу попасть внутрь, показать вам, что находится внутри. Но я надеюсь, я вернусь на Ки-Вест, и я обязательно попаду в музей. Как красиво здесь. Вся стена в цветах. Друзья, за моей спиной самая южная точка США – Ки-Вест. И мне несказанно повезло, потому что сегодня нет туристов, потому что карантин, все закрыто. Поэтому нет толпы, нет очереди, и я здесь одна. Старинные домики маленькие.
Друзья, мы сегодня с семьей провели целый день на Ки-Вест. Здесь волшебно. Это старый остров, самая южная точка Флориды и финал США. Подписывайтесь на мой канал. Всем классного дня. Пока-пока.